зеленый свет на пути к врачу. В Екатеринбурге после капитального ремонта открылась детская поликлиника. В ней дорогу к нужному специалисту пациенты теперь смогут найти по цвету. Это ноу-хау местных медиков. Они придумали добавить больничным коридорам красок, чтобы развести потоки здоровых посетителей и тех, кто болен. Красный цвет – это цвет неотложной помощи, то есть и он выделен, то есть появился кабинет неотложной помощи, куда остро заболевший ребенок обращается и уже непосредственно исключается его контакт со здоровыми или выздоравливающими детьми. Зеленый цвет – цвет профилактики, то есть, соответственно, как бы по зеленой стрелочке наши пациенты доходят до кабинета здорового ребенка. Но это не единственное новшество поликлиники. В кабинеты здорового ребенка или неотложной помощи здесь, к примеру, можно обратиться без записи в регистратуре. Удобной для пациентов детская амбулатория на Бибеля стала после капитального ремонта. Пока он шел, учреждение продолжало работать, врачи принимали пациентов в соседних кабинетах. Все работы 9-я больница провела за счет собственных средств. Именно в ее состав после оптимизации попала поликлиника. Теперь здесь ведут прием участковые врачи, детский хирург, лор, невролог, офтальмолог и другие специалисты. Для 10 тысяч маленьких горожан, которые закреплены за этим учреждением, кадров вполне достаточно, говорят в администрации.